Михаил Мишустин поручил правительству разработать единый для всей страны антивирусный алгоритм на основе опыта борьбы с COVID-19. Речь идет о тесном взаимодействии всех ведомств, всех регионов, которые должны заранее подготовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан. «Нужно снизить до минимума риск проникновения в Россию опасных инфекций», отметил глава Кабинета министров. Он также поручил отслеживать ситуацию с коронавирусом после праздников. Сейчас люди возвращаются с новогодних каникул. Большой пассажиропоток был в аэропортах, на вокзалах. Многие встречались с друзьями, родственниками и не всегда соблюдали меры предосторожности. Нужно внимательно следить за развитием событий и в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей. Все это должно быть в наличии. Михаил Мишустин напомнил, что президентом подписан федеральный закон о биологической безопасности в Российской Федерации. Он обеспечивает комплексное регулирование в этой сфере и предполагает целый ряд мер, которые направлены на защиту граждан. Теперь правительство определяет единую государственную политику в области обеспечения биологической безопасности и координирует работу федеральных ведомств, регионов, организовывает их взаимодействие по всем связанным вопросам. Президент подписал указ, определяющий порядок действий государственных органов власти при распространении в России опасных инфекций. Уважаемые коллеги, прошу оперативно приступить к разработке и утверждению единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия в таких ситуациях. Сделать это с учетом опыта борьбы с коронавирусом и тех мероприятий, которые были реализованы для защиты граждан от инфекции.